Лыжно-биатлонный комплекс находится в Солдатском ущелье. Он очень необычный. Вот эта сторона для лыжников. Здесь они тренируются и проводят свои соревнования. Ну, а вот эта сторона для биатлонистов. Добрый день. Комплекс Алатау построили 4 года назад специально для проведения азиатских игр. Лыжные и биатлонные трассы, стрельбища, трибуны на почти 2000 мест. Уже пройдя обкатку крупными международными соревнованиями, здесь готовы принять универсиаду в 2017 году. Тренироваться здесь можно круглый год. Мы застали на биатлонной части сборную Казахстана. Чемпионка мира среди юниоров и восходящая звезда казахстанского биатлона Галина Вишневская мечтает, чтобы в стране появился еще один подобный стадион. Дом это есть. Дом, как бы, за границей, это за граница. У нас пока в Казахстане, можно сказать, единственное такое стрельбище, где можно и потренироваться, и кроссовым, и побегать. И, ну, то есть, хорошее, мне нравится лично. Я бы не против была, чтобы у нас в Семипалатинске тоже построили такое же. Даже рада очень. Тренируется здесь и уроженка Красноярска, обладательница серебряных медалей Олимпиады 2010 года по биатлону Елена Хрусталева. Сейчас она выступает за сборную Казахстана, живет в Алматы и уже привыкла к красоте, которая окружает биатлонный комплекс. Для нас это уже норма. Мы уже больше обращаем на аспекты, все, что нам нужно для тренировок. Конечно, они радуют взгляд, то, что нету незамкнутости. Хотя не хватает немножко леса. Вот я же в Сибири, да, с Красноярска, вот этого леса, тропинок для бега, вот этого не хватает. Но ничего, горы заменяют, нам это успешно. Комплекс Алатау расположен на высоте 1500 метров над уровнем моря. Условия среднегорья благоприятно влияют на подготовку спортсменов. Пониженное давление кислорода в воздухе увеличивает выносливость. Неудивительно, что здесь проводят свои сборы команды разных стран, в том числе и России. Горный свежий воздух чистый. На среднегорье позволяет им, конечно, полностью выложиться, набрать свой километраж, улучшить те задачи, которые перед ними стоят, скоростно-силовой, силовой, выносливость. И еще одна интересная особенность. Лыжно-биатлонный комплекс в буквальном смысле окружен яблоневыми садами. Осенью у тренеров нет проблем с поставками этого фрукта. Яблоки просто собирают в непосредственной близости от стадиона. Растет в садах ежевика. Трудно удержаться, чтобы не попробовать. Вкусная, наверное, ежевика. Угу. Точно как малина. Закусить яблоком. А это очень хорошо, очень сладкий, вкусный. Специальный сорт Апорт, очень знаменитый в Алмате. И еще в Алатау работают очень душевные люди. Специально для наших зрителей они включили электронное табло и послали свой привет всему Красноярскому краю. Спасибо им за это. Легендарный высокогорный каток Медеу, тренировка женской сборной Казахстана по хоккею и этап Кубка мира по прыжкам с трамплина. Что говорят о трамплинном комплексе международные эксперты? Об этом в следующей серии проекта «Универсиада. Наследие». Андрей Стародым, Денис Тимошенко. Новости.